Тем временем в правительстве Мариэл подводят итоги исполнения бюджета республики в 2016 году. Отмечу, что нынче регион получил из федерального центра на 2 миллиарда рублей больше, чем годом ранее, за счет чего удалось добиться дополнительного финансирования и на что будут потрачены эти средства. Подробности в следующем сюжете. В работе правительственного совещания принял участие депутат Государственной Думы Виктор Кидяев. Он подчеркнул, что для экономики Мариэл особенно важна слаженная совместная работа депутатов с руководством и правительством республики. Только тогда возможно добиться позитивных тенденций, что и показала практика. Благодаря усилиям, стараниям нашего Леонида Игоревича, Николая Ивановича, правительства, которые мы много ездили по всем министерствам, доказывали, убеждали. И очень отрадно, все-таки это у нас получилось. Мне очень приятно, что то, что было обещано нашим избирателям, в этом году мы частями будем их выполнять. По словам депутата Госдумы, полученные республикой дополнительные 2 миллиарда рублей будут адресно распределяться по всем болевым точкам. В частности, на заработную плату, ремонт дорог, кровель учебных общеобразовательных заведений, а также на выполнение прочих предвыборных обещаний. Кстати, обращение и наказы жителей Мариэл Виктор Кидяев принимал и накануне, в среду. В рамках региональной депутатской недели он провел очередной прием граждан. В следующий раз жители республики смогут прийти на прием к депутату Госдумы Виктору Кидяеву уже в январе 2017 года. Мне, конечно, искренне хотелось поздравить всех наших избирателей с наступающим годом. Год будет непростой, но мы наметили конкретные задачи для того, чтобы все-таки было бы то, что было обещано, чтобы нам сделать. И мне искренне хотелось пожелать. Что хотелось пожелать? Мне хотелось пожелать всем нашим жителям Республики Мариэл, хотела пожелать всем здоровья, удачи и чисто человеческого счастья.